Всем привет, друзья! С вами Влад, и я просто хочу посмотреть реакцию, которая выходит у многих на этой, так сказать, мультике. Мне посоветовал его мой друг из школы, Данил Володин. Ну что, давайте посмотрим. Это Глифсайд, город без законов, в котором управляет самый беспощадный. Самый неуловимый, самый бесстрашный, подлейший из подлых. Также известный как мой закадровый голос. Понятно. Кто-то что-то сказал? Что-то о закадровом голосе? Не я. Это был я. Я двухударный Джерри, стрелок и разбойник. Исчезни же, монстр, обратно на свои утесы. Вейлон, ты нужен моему отцу. Ах, чё, осторожней. Я сказал, исчезни. Это честная Джо, мой криминальный партнер. Она никогда не лжет. Ой, несколько. О, забыл, что они так умеют. Пешеход на заднем плане. Берегись. Не обращайте на меня внимания. Я просто прохожу мимо. Накружили. Я пуст. Тоже. Но важно то, что мы деремся до... Стоп, что? Отлично. Я стреляю лучше, чем я думал. Джо, помоги, я был на халом, я знаю, что это ты их подстрелила. Джо, извини, я усвоил урок. Но втайне я не усвоил. О, боже, еще то же самое. Теперь я усваиваю урок в два раза быстрее. Джо! Колесай. Никто не пострадает. Не в этот раз, двухударник. Кое-кто сдал тебя. Ох, мой бывший партнер. Чем занят? Что? Ты помнишь, что этот городок окружен монстрами? Да, о чем ты? Я подстрелил где-то 50 штук во вступлении. 50? Даже не заплакал. Ничего подозрительного в упоминании конкретно этого факта. Ах, без разницы. Просто радуйся, что я вообще помог тебе. Я двухударный Джерри. Ужасно подлый стрелок. Тык. Я как-то застрелил человека за то, что он неправильно на меня посмотрел. Затем застрелил его за то, что он... Фантазия. Пиу, пиу. Просто притворись, что ты охраняешь. Ладно. Интересно, охранять поезд зачем? О. Мне хватает еще сыграть русскую рулетку. Че это? Ой, это растяжка? Да вроде нет. Или это паутина? Да, это паутина. Уже ночь. Ничего себе. Привет. Тут, кстати, полно юмора. Прикольно, посоветовал Володин. Смешно. Сейчас я тебя съем. Прекрати. Я это был ударный Джерри, самый подлый разбойник из всех. Я подстрелил шерифа просто потому, что я был зол от стрельбы по шерифам везде. Правда? Да. Я настолько подлый, что как-то перестрелял весь свой отряд просто потому, что мой пистолет становился тяжелым со всеми дополнительными пулями. К тому же, я как-то отвлекал глупую паучиху достаточно долго, чтобы сбежать из ее глупой паутины. Упс! Смешно реально. Ауч. Ну что, более важно. Это было изящно. А каким хреном ты? Что? Что это тут у нас?
Привет, сама смерть. Это смерть? Да, душа. Она спокойно собиралась съесть меня, пока вы двое не появились. Ты не задумывалась? Может, я могу что-то сделать, чем просто стоять и смотреть? Погоди, ты имеешь в виду и меня? Кого? О, борьба. Мне нравится такая анимация, хорошая прям. Ну что ж, когда-нибудь будет такая нормальная анимация? Она тут же надо делать, надо флэш. О, музыка хорошая прям. Ух, это было... Это было потрясающе! Ты был таким потрясающим! Я собирался сказать сомнительная физика, но... В смысле, конечно, я был потрясающим. Погоди, серьезно? Они были такие ми-ми-ми! А ты был такой арррр! Возьми крышку и закрой ей! Это... Ты противостоял им! Я хочу быть прямо, как ты. О, боже. Знаю, да. Жизнь разбойника непростая. Это было довольно круто, то, что ты делала со мной. Я сделала это. Что угодно. Кстати, анимация вообще была плавная очень. Что ж, раз ты видела, насколько я великолепен, я полагаю, у меня нет выбора. Нифига себе, чудеру скоро летку не сыграли. Я быстро учится. Вау. Вау, монтаж это опасно. Корди, я не думал, что мы будем играть. Руки вверх, вы окружены. Что? Но я не... Вы никогда не возьмете нас живыми. Но мы открыты для предложений. Это вышло из-под контроля. Все в порядке. Я справлюсь. Я не подведу тебя. Обещаю. Ладно. Значит, смерть. О, мне бы так поймать пулю. Это прикол уже не подится. Это не моя вина. Эта мальчика пыталась съесть меня. Мне нравится твоя шляпа. Я учил ее тому. Шляпа. Что ты должна была это видеть? Мы убили этого огромного птеродактиля и саму смерть. Ну, не саму смерть. Ты не можешь убить смерть. Ах, ну да, в смысле... Сейчас прикиньте, и смерть появится. В любом случае, ну, мы... Я просто... Стоп, что? Действительно. Чуря, да, смерть пришла. Окей. Мой ужасно жужжащий мужчина немного заржавел, но я думаю, он хочет от двухударного Джерри шляпу. О, чё это? Да нет, отмена, как бы. Шарф? Ого, ну да, смерть всемогущая. Не просто перехожу дальше, но ты перешёл? Да, перешёл. Господи, достали. Большинство так пауки делали всегда. Ну так, ты усвоишь урок? Короче, усвоить урок не врать, да? Могу я выучить его во время дуэли? Только быстро. Корди, я все выдумал. Что? Ничего. Действительно, ничего. О, почти как 3D было. Приготовься, смерть. Я сделаю с тобой то, что должен был сделать во время нашей первой встречи.
продемонстрирую. Видите ли, что сама смерть. Сегодня я кое-что усвоил. Гениально сделать смерть шерифом. И будешь защищать город, то мертвых людей станет меньше, а у тебя станет меньше работы, если ты не подумала об этом. Кстати, да. То ладно, серьезно? Он ничего не усвоил. Ну вы, шериф, продолжительный шериф. Вот у меня.